вечер, уважаемые друзья. Мое огромное желание в этот вечер немного приоткрыть свое сердце, чтобы вы могли посмотреть, что там творится. Если бы вы знали, чего там только нет. Но давайте поговорим о том, что есть. Где-то больше 3 лет назад я начал писать книгу «Секрет состоявшейся личности». Начал, а вот закончить никак не могу. Не потому, что нечего писать, а потому, что в последнее время открывается так много нового, и так хотелось бы все эти секреты упаковать в эту книгу. Задача очень сложная, но, слава Богу, мы сейчас на финишной прямой, и, может быть, где-то через месяц мы будем держать на руках эту долгожданную книгу. Ну, а пока эта книга претерпевала муки рождения, на свет появилось еще 2 книги. «100 вопросов, 100 ответов» и «Пыль на рояле». Книга «100 вопросов, 100 ответов» – это своеобразная исповедь, которую у меня принимали не священники, а журналисты. И я, как человек честный и искренний, исповедовался перед ними как на духу. А «Пыль на рояле» – это литературно-поэтический сборник, куда вошли лучшие произведения, написанные совершенно недавно, а также избранные хиты прошлой эпохи. И сегодняшняя музыкальная программа есть не что иное, как своеобразная презентация данной книги. Итак, «Пыль на рояле». Пыль для меня, например, до сих пор загадка. Я не знаю, что это такое и откуда она берется, но точно знаю, что это наш враг, лютый враг, с которым нам приходится бороться всю сознательную жизнь. Если мы не победим пыль победит нас. Вы только подумайте, стоит в течение хотя бы 1 дня ничего не делать в доме, пыль тут как тут. Пыль покрывает все, к чему мы не прикасаемся. Пыль говорит о том, что нас здесь давно не было. Причем пыль не разбирается в причинах нашего отсутствия. Она просто как дух, просто вот как всеобъемлющая сила. Извините за такое сравнение, как любовь, которая все покрывает. И рабочий стол, и книжные полки, и рояль, и даже собственную Библию. Пыль просто уверенно захватывает отвоеванное у нас пространство. Если мы не победим пыль, пыль победит нас. Пыль – это пророческий знак. Как минимум, это признак неустройства и запустения, которое неизбежно перерастает в окончательную разруху. Пыль не щадит тех, кого она побеждает. Все, что покрыто пылью, однажды превратится в прах. Главный месседж этой программы – никогда не бросай то, что тебе однажды дал Бог. Будь то семья, бизнес, скрижали, призвание, поэзия, живопись, музыка. А если ты бросил, пришло время вернуться. Вспомни, откуда ты не спал. Покайся и твори прежние дела твои. Если забылся, с мелодии сбился, остановился, дальше играй и знай. Паузу сделать можно смело, личное дело, но бросить игру не к добру. Неспетые песни, тяжкое бремя, время вернуться к заброшенной всеми теме. Итак, тема возвращения продолжается, и на нашу сцену возвращается Овидиус Вишняускас с песней «Разные люди». Встречайте! Были мы
параллельных и далеких мирах. Я не узнавал тебя ни в гостях и ни дома, но ты хранил меня везде и на всех путях. Ты влёк меня, ты звал, со мной ты был откровенным. Ты пленил меня без лишних и ненужных слов. В тот день я отказался уходить со сцены, без отпущения совершенных мною грехов. Как искры устремляются в небо, как корабли спешат к родным берегам, как руки алчущего тянутся к хлебу, ты уже нам. Сердце восторгается Богом, трепетное счастье в груди. Тебя прошу я на совсем немного, быстро все изменилось. Я возненавидел вожделенный и запретный плод. В имени твоем я искуплен, мне дарована милость. С тех пор мое сердце новую песню поет. Я не отступлю ни на строчку, ни на день перед. Зло не победит, а вера не подведет. Я песню запою, пусть меня услышат. Пусть знают все, что побеждающий наследует все. Ночами люди темные коротают на затворках жизнь бездомная. Ходят солнечными днями люди светлые, люди яркие и незаметные. Люди грустные, потерянные лица, от себя, увы, не спрятаться, не скрыться. А сердце мечется, не хочет по-другому, к отцу зовет родному, родному дому. Мы на сын всегда забудем горе сиротливое. Он возвращает лица и сердца счастливые.
Много людей пришло в мою жизнь, много людей ушло, но один настоящий друг со мной до сих пор. Однажды мы встретились, он заглянул мне в глаза. Я понял, что он все знает обо мне. Перед ним я был как раздетый. Сначала испугался. Мысль о том, что я недостоин этой дружбы, устрашила меня. Но когда я понял, что он принимает меня таким, какой я есть, страх развеялся. Настоящая дружба приносит уверенность и защищенность. Он протянул мне руку и сказал: «Пойдем». Я согласился, и мы пошли. Когда мне плохо, ему плохо тоже. Когда у меня скорбь, он горюет вместе со мной. Когда у меня успех, он искренне рад за меня. Он тот, кто способен плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Когда я вырываюсь из его объятий и ухожу, мое сердце ноет, и он тоскует. Ему без меня плохо, и мне без него тоже. Он умнее меня, он сильнее меня. Его верность всегда возвышается над моей неверностью. Он рассматривает меня не тем, кем я являюсь на сегодняшний день. Он меня рассматривает тем, кем я мог бы стать завтра. Это окрыляет и вдохновляет меня. Чем чаще я встречаюсь с ним, тем глубже и кардинальнее меняется мой характер. Понимая, насколько он терпим ко мне, я становлюсь таким же и к своим друзьям, и близким. Говоря о нем, я говорю о настоящей дружбе. Он знает несовершенство человеческой натуры. Он знает, что такое предательство, отречение и подлость. У него были разные друзья. Один из них, который любил его больше всех на свете, который клялся ему в верности, который говорил, что даже если все отрекутся, он никогда. Но в ту роковую ночь, прямо в двух шагах, отрекся трижды. А когда их взгляды встретились, не дай Бог, врагу не пожелать того, что они пережили. Это сокрушительный удар. Но настоящая дружба способна выдержать даже и такое. Потом они встретились на берегу Галилейского моря. Настоящие друзья понимают, покрывают и прощают. А когда все зло мира обрушилось на него, он, будучи оставлен всеми и людьми, и Богом, пошел до конца. Он не сошел с креста. Он согласился висеть на гвоздях, чтобы доказать, что он настоящий друг каждому человеку на этой планете. Дружба требует цены, и он платил ее сполна. Я учусь у него. Моя мечта – быть хоть чуть-чуть похожим на него. Однажды он сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Любовь и дружба есть нечто целое, неразделимое. Любовь есть доказательство дружбы, а дружба есть манифестация любви. Наверное, в этом и сокрыт великий тайный смысл. Секрет, что настоящие друзья – это те, кто любит. А те, кто любят, это настоящие друзья. Откуда бы я это мог все знать, не повстречав его однажды?» Земле прожил немало лет, много довелось увидеть. Друзей, врагов все оставляли след. Учила жизнь любить и ненавидеть. Цветы и кровь все смешалось тут. Клятвы и обман я слышал.
в окнах свет погас. Давно уже не ждут, а ты, Господь, навстречу пришел. Ты, Иисус, Сын живого Бога, кто бы смог сравнить себя со святостью твоей? Ты жизнь, ты истина, ты моя дорога. Я не знаю никого, кто ближе и роднее. И мрак, ты дал глаголы вечной жизни. В семье и церкви я делал все не так, но ты исправил все кривизны. Твоя любовь всегда растопит лед, и реки потекут из чрева. Если ты со мной, всякий страх уйдет. Сколько раз, мой Господь, ты меня поднимал, сколько раз ты мне руку свою подавал, сколько раз изливал свою благодать, сколько раз не могу сосчитать. Сколько милости в жизни так щедро дарил, сколько сил и любви в мое сердце вложил, сколько боли и мук на кресте перенес, сколько крови твоей пролилось. Сколько раз, мой Господь, ты меня поднимал, сколько раз ты мне руку свою подавал, сколько раз, как бальзам, изливал благодать, сколько раз не могу сосчитать. Сколько милости в жизни так щедро дарил, сколько сил и любви в мое сердце вложил, сколько боли и мук на кресте перенес, сколько крови твоей пролилось. Ну а я,
на пути растерял. Сколько раз я не шел, от тебя убегал. Сколько раз я блуждал по пустыне ума, и сгущалась над мной беззаконие тьма. Сколько раз враг меня до земли прижимал и захлестывал душу громадный тот вал, что стремился надежду и веру сломить, и с тобой у меня соединяла лишь нить. Можно было б ее, не жалея, порвать. Можно было бы тело землею смешать, но ты ниточку делал канатом тугим. Ты мне силы давал, и я вновь был твоим, и я вновь Иисус был твоим. Ты небесным огнем душу вновь зажигал, и сгорали во мне все земные мечты. Жил во мне Иисус, только ты. И в молитве склоняю колени, мой Бог, Царь вселенной, Создатель сердец и миров. Сколько раз я воспеть должен славу тебе, сколько раз должен стать я во мольбе. Нет, Господь, я не должен, желаю, хочу, и на крыльях молитвы к тебе улечу. И у ног твоих, Боже, в смирении склонюсь. Благодарность тебе принесу, Иисус, благодарность тебе. Спасибо, Марк. Аплодисменты. Несколько лет назад был написан музыкальный проект «12 лет спустя». И вашему вниманию представляется фрагмент из этого произведения. Ария «Женщины, не осуждай меня, Господь». Вкратце изложу суть. Речь идет о женщине, которая 12 лет страдала кровотечением. Ее встреча с Иисусом была уникальна. После того, когда она тайно, почти незаметно подошла к Иисусу и прикоснулась к Нему, произошло чудо. Кровь остановилась. И женщина стала абсолютно здоровой. Также тайком и незаметно она пыталась уйти и скрыться в толпе, но вдруг громкий вопрос остановил и почти пригвоздил ее к земле. Кто прикоснулся ко мне? На мгновение эта женщина почувствовала, как будто ее
разоблачили на месте преступления. И в какой-то момент времени ей показалось, что она просто украла свое исцеление и ушла, даже не поблагодарив Иисуса за это. Но потом тревоги рассеялись. О том, что происходило в душе у этой женщины, ария «Не осуждай меня, Господь» из проекта «12 лет спустя» исполняет Мария Ледяева. Соблазном я не устояла. Если чудо не для всех, если счастье — это лютый подлый грех, прости, я этого не знала, что исцеление свое, увы, похитила, тайком украла. 12 лет, но разве это мало? Не осуждай меня, Господь, 12 лет. Я так устала. Не осуждай меня, Господь, перед соблазном я не устояла. И если чудо не для всех, и если счастье — это лютый подлый грех, прости, я этого не знала, что исцеление свое, увы, похитила, тайком украл. 12 лет, но разве это мало? Oh,
наполняет твой покой. И ночью, и днем в присутствии твоем я все могу преодолеть, и не страшна мне смерть и сеть. Я утешаюсь лишь тобой, я знаю каждое мгновение ты со мной. Когда приходишь ты, сбываются мечты, штормы утихают, тебя я снова прославляю. Когда приходишь ты, сбываются мечты, меня ты исцеляешь, своей любовью наполняешь. Иисус, в присутствии твоем мое сердце наполняет твой покой. И ночью, и днем в присутствии твоем я все могу преодолеть, и не страшна мне смерть и сеть. Я утешаюсь лишь тобой, я знаю каждое мгновение ты со мной. Когда приходишь ты, сбываются мечты, штормы утихают, тебя я снова прославляю. Когда приходишь ты, сбываются мечты, своей любовью наполняешь. Когда приходишь ты, сбываются мечты, штормы утихают, тебя я снова прославляю. Когда приходишь ты, сбываются мечты, своей любовью наполняешь. И снова светит яркий свет, на все вопросы есть один ответ. Когда приходишь ты, тогда сбываются мечты. И снова светит яркий свет, на все вопросы есть один ответ. Когда приходишь ты, тогда сбываются мечты.
потрясающая откровенность. Спасибо, Марк. Поздравляю тебя с премьерой. Я поделюсь некоторыми секретами. Где-то несколько месяцев назад Марк предложил мне послушать свою новую песню. И когда я поставил его диск в машину, меня эта песня захватила с первых же аккордов. Искренная, глубокая, честная, помазанная песня. Я позвонил и сказал: «Марк, эта песня будет жить долго». Я думаю, это не только мое мнение. Когда приходишь ты, сбываются мечты, утихают штормы и рождаются новые песни. У нас сегодня день премьер, и название следующей премьеры – «Пыль на рояле». Если успел, спел. Пыль на рояле, наверное, неверно. Попробуй задень его, хотя бы задень. Лень. Пыль на рояле, нет отражения. Себя я не вижу, предвижу на миг самозабвение. Мир виртуальный упрямо лукавит. Пыль на рояле, хоть и банально, нормально. Пыль на рояле, ни сон, ни грез, пыль как боль, если успел, спел. Пыль на рояле, наверное, неверно. Попробуй задень, хотя бы задень. Пыль на рояле, нет отражения. Себя я не вижу, предвижу на миг самозабвение. Мир виртуальный, упрямо лукавит. Пыль на рояле, хоть и банально, нормально. Сытно и скучно, клонит ко сну, вновь равнодушно себя обманул. Нырну в глубину, прямо ко дну, окна за шторю заснул. Как капля в море, я потерялся, валится с рук, за что бы ни взялся. Словно комета, я растворился, мелькнул, загадочно скрылся. Я жизнь не отдам, я не продам.
руки сыграю. Остановился, дальше играй и знай, паузу сделать можно смело, личное дело, но бросить игру не к добру. Это песня тяжкая, бремя, время вернуться к заброшенным всеми теми. Нельзя оборвать на полку кювета не спета песня, не та, и не эта света. Не стали жертвой греха и печали. Звуки рояля, ни сон и ни грезы, были как боль, ее как уж смог. Как Бог повелел, спел.
И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: «Велики и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един и свят. Все народы придут и поклонятся перед Тобой». Твое небо и твоя земля.
исцеляет меня. Чтоб не оскудела вера моя, Он зажигает в сердце пламя огня. Он утешает меня, Он исцеляет меня, чтоб не оскудела вера моя, Он зажигает в сердце пламя огня. Слава тебе, аллилуйя, 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 слава тебе, аллилуйя, 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 слава тебе, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе. Все творение ослабляет тебя.